low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Всем привет, с вами Александр, и сегодня я хочу пересадить вот такие вот ростки фиалки, ну или сенполии, которую я выращиваю впервые в этом году. Раньше мне фиалки не нравились, сейчас просто очень много декоративных сортов выведено, крупноцветковых и с разными вариантами бутонов и цвета. Вот одна у меня же растет, купил ее стартером, сорт Лев Владимир. Вот она у меня уже цветет в этом году. Я решил не обрывать цветочки и не формировать розетку, а посмотреть, как она будет цвести. Ну, красивое цветение. Дальше будем растить розетку. Вот. Это сорт был посажен как раз вместе со стартером листом. Одним листом всего лишь. Сорт называется Ват Мистика. Стоял на солнечном окне. Сильно на солнце вот видно, что есть небольшие ожоги, но это не страшно, она нарастет. Вот сейчас я хочу рассадить ее. Как бы делаю это первый раз, впервые. Ну тут все особо не сложно, главное вытряхнуть это. Где-то неделю назад, наверное, я удалил лист. Вот это мне дали в подарок при покупке фиалки, при покупке вот стартера и двух листочков, третий мне дали в подарок. Именно вот этого вот сорта. Я тоже хотел сначала купить, но не стал. Ну, я подумал, сначала я попробую, посажу хотя бы там 1-2 и посмотрю, что будет. Конечно, я не думаю, что будет так много. Ну, просто целый лес из одного листа. Смотрите, здесь даже не развитые есть варианты. Так, ну сейчас надо это все разделить более-менее аккуратно. Вот сейчас, как я уже говорю, много декоративных сортов выведено фиалок. Вот это именно, которая Ват Мистика. У нее цветы достаточно крупные, с синим отливом. Вот смотрите, здесь даже внутренние листики, то есть настолько все настолько уплотнено. Может было, конечно, нужно раньше, но раньше, думаю, не стоило. Все мне, конечно, не нужны. Я отсажу несколько, которые самые с корнями, с более развитыми корнями. И более крупненькие, скажем так. Ну, видите, вот много мелких, то есть они уже точно не пойдут. Я как бы не фиалковод, поэтому много фиалок сажать не буду одинаковых. Ну, так как некоторые мне написали, знакомые, кто хотел бы, кто откликнулся на то, что хотел бы тоже посадить такой сорт себе. Поэтому им и пойдут отсаженные отростки. Но на самом деле фиалки, ну как по мне, я их всегда сравнивал с глоксиниями. Глоксинии я очень любил, так как у них огромные цветы с разными оттенками. Вот, ну и зимой за ними, я говорю, не нужен такой уход сильный. Что, их убрал в подвал, да и все. Под ванну вон даже. Как бы цветок для ленивых. Вот, а фиалку, за фиалкой нужен, конечно, уход. Вот, ну и не особо они мне нравились, потому что не было таких сортов, как сейчас. Ну,
Здесь, конечно, здесь что-то вообще очень много. Получается. Это получается вообще, если все посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ой, 16 или 17, в общем. Ну, вот они все достаточно большие. Сейчас я их по-быстрому посажу. Потому что все-таки на улице не прохладно, светит солнышко. Чтобы корешки не подсохли. Рассадим их по емкостям. Емкости вот такие, небольшие. Сразу большие. Как многим известно, уже не стоит сажать фиалки, потому что они сейчас пойдут наращивать корни, чтобы объем посуды, в которой они растут, их корни заполнили по большинству. А тогда только будет расти розетка. Ну, сейчас я их посажу, в принципе, это процесс обычный, и покажу, как это будет. Ну вот, смотрите, что получилось. Вот я самые крупненькие, с самыми развитыми корнями посадил. Получилось у меня 6 штук. Ну, выглядит симпатично, прям за одной такой маленькой. Сразу 6. Еще раз говорю, сорт этот Ват Мистика. Симпатично, красивый. Конечно, в этом году вряд ли уже зацветет. Ну, как раз нарастет розетку. Вот посмотрим, как все проживется. И пойдут они к новым владельцам. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем отвечу. Всем пока.